Дорогие друзья, я хочу поговорить сегодня с вами о таких приемах фортепианной игры, как легато, говорящие пальцы, интонация и вообще культура прикосновения клавиатуре. Я только что сыграл фрагмент из ноктюрна Шопена «Фа диез мажор». Ну, я неоднократно говорил о том, что природа фортепиано является ударно-молоточковой. Помните, даже показывал вам вот этот макет. Вот он. Нажимаем на клавишу, и молоточек бьет по струне. Вот такой вот стук. Но если это на инструменте показать, то, допустим, вот он, нота ми, я зажимаю пальцем хор этой ноты, струнный хор. И вот мы слышим вот такой стук. А если я не костяшками бью, а вот подушечкой проглаживаю, то стук уменьшается в разы. Он, конечно, остается слышен, но клавиша уже не так стучит. То есть вот этого уже... Понимаете? То есть я использовал вот эти вот подушечки. Как вы знаете, у пианиста есть на пальцах вот такие костяшки, а есть подушечки, которыми мы играем. Все это говорит о том, что я использую некий прием. Вы понимаете, когда мы все время с вами говорим о том, что вот приемы фортепианной игры, в октавах такие приемы, в аккордах, значит, другие, мы используем мышцы плеч, корпуса, посадку. Можно совершенно определенно сделать вывод о том, что фортепианная игра есть, по сути, сумма фортепианных приемов. На каждый звук, на каждую окраску звука существует свой конкретный прием. Как говорят, на каждую кастрюлю есть своя крышка. Понимаете, пианисты в этом отношении самые, как вам сказать, такой обделенный народ, потому что все инструменты имеют изначально априорное легато. Но возьмите струнные инструменты, скрипки, виолончель, у них пение в природе есть. Можно играть фальшиво, плохо, но вы понимаете, вот они уже поют с самого начала, им не надо работать вот над этим, над пением. Только вот там, знаете, смычок так вот хорошо вовремя менять, чтобы не было вот этих вот границ. И не было вот этих вот заиканий. То же самое, смотрите, в духовых инструментах то же самое есть у вас. Даже в народных инструментах, на баяне, например, вот у них меха. Кстати, насчет баяна, я вспомнил, пока рассказываю, у нас был такой баянист, когда преподавал в Кировском училище искусств, это бывший город Вятка. Так я как-то проходил по коридору и слышал вот такой возглас. Дружочек, баян-то у тебя не поет. Это такой, знаете, вятский такой, баян-то у тебя не поет. Мне так понравилось, и я говорю, зашел к нему в перерыв. Я говорю, скажи мне, пожалуйста, а почему ты говоришь, баян не поет? Ведь он же тебя от природы-то должен петь, ты меха у тебя готовы. Так он, смена, позиция у него плохая, вот он тянет туда, вроде поет, а вот обратно начинает рвать рывки. Нет плавности, смены мехов. Мне так понравилось. И я, кстати говоря, сравнил. Это то же самое, что смена, допустим, у пианиста смена позиции
легато, когда вот он играет длинную фразу, например. Что у нас происходит? Смена позиции при помощи первого пальца. То есть важность, так сказать, постановки первого пальца. Потому что если он будет не под углом 45 градусов, а вот так вот, то есть он тогда уже будет делать такой вот... вот баян-то не будет петь, понимаете? А вот именно, чтобы его правильно поставить, и... это тоже своего рода прием. Поэтому, когда я говорю о том, что сумма фортепианных приемов, я всегда вспоминаю вот эту вот знаменитую фразу, которую постоянно, так сказать, ее мультиплицируют из поколения в поколение. Это фраза Антона Рубинштейна, который сказал своему ученику Иосифу Гофману: «Мне без разницы, как ты будешь играть, лишь бы у тебя звучало». Понимаете, это такая крылатая фраза, которая уже стала каким-то, ну не знаю, вот, чуть ли не анекдотической. Я, например, считаю, что этой фразой он своего рода сделал так называемый плевок в вечность. Быть такого не может. Если человек не обладает вот этими приемами, то какая бы у него ни была фантазия, как бы он себе не представлял звучание, у него не получится, потому что он не знает, как прикасаться. Он не знает, какие мышцы надо использовать, какими частями, так сказать, рессоры использовать, какими подушечки. Это все как бы приемы, которые изучаются. Это точно так же, как вокалисты. Если он вокалист, не обладает вот постановкой голоса, диафрагмой, резонаторами, там, дыханием, опорой, он никогда не извлечет настоящий красивый звук. Кстати, недавно прочитал воспоминания Джоан Сазерленд, она так и говорила, что вот культура пения, к сожалению, деградирует. Сейчас поют безобразно, нет, что... это не то, что было 50 лет назад. Люди стараются скорее на конкурсы завоевать там, звания на сцену, понимаете, зарабатывать деньги, а вот настоящее вот тоже. То же самое и здесь, фортепиано, вот поверьте мне. Это было такое небольшое вступление. Давайте мы будем конкретно с вами говорить. Я неоднократно, значит, показывал звукоизвлечение, каким образом происходит у ребенка. Начинаем с тортамента, потом легато. Вот. И сегодня я хотел бы начать с чего? Начать с легато. Значит, как у ребенка, я буду показывать и той, и другой рукой, чтобы было видно в камеру. Как у ребенка происходит легато? Значит, обучение легато. Это самый трудный вид и самый трудный прием. Именно вот после тортамента это гораздо проще сделать. Изолированным пальцем, понимаете? А вот легато вот научить, потому что он никогда вот так вот просто не поднимет палец, это очень тяжело сделать. Поэтому он как бы раскрывает ладошку, вот так вот его педагоги учат, и потом освобождает этот палец, потом дальше идет. И получается у него такое вот раскрытие, вот этот прием, так называемый пронация. Помните, он говорил в арпеджиях, тоже сам. Вот. И таким образом, и надо очень много времени для того, чтобы он научился изолированными пальцами делать легато. Но это очень сложно. Конечно, лучше, когда вспомогательно помогает ему так называемое раскрытие ладошки. Так, ему так и говорят, раскрой ладошку, понимаете, и чтобы это было проще, и чтобы это была вот направляющая сила, именно вспомогательная сила вот... вот это вот ладони. Давайте левую рукой покажу. Сначала он так. Видите, вот такие покачивающиеся движения. И даже в том числе и используем вот это вот кистевое, вот такое вот волнообразное движение. То есть это не так вот, а именно раскрывая на ладошке, чтобы он умел вот, как бы сказать, заранее взять позицию проглаживания. А потом он уже как бы уже пользуется только рессорами, пальцевыми рессорами, пользуется только подушечками. Вот то, что я показывал вначале, вот эти объединяющие движения, и потом у него уже начинается вот такой вот. Пожалуйста, ноктюрн Шопена. Что это такое? Это именно то же самое объединенное движение рукой. То есть я не изолированно играю каждым пальцем. И, естественно, не так я играю. А я играю
подушечками, но я, ладонь моя выполняет функцию смычка. Понимаете? В эту сторону. Взмах крылом, скажем так. Использую принцип двойной репетиции. Я не отрываю палец от клавиши, а я его играю так. То есть не освобождаю полностью, а именно с половины хода клавиши я даже когда я переверну на макете. Вот он, двойная репетиция. Раз и видите, половина хода клавиши. И дает мне возможность повторить этот звук. И таким образом я максимально соединяю вот эти две ноты. Опять же, преодолеваю природу инструмента. Движение кисти, которое выполняет функцию смычка, пальцевые подушки применяем вместо костяшек. Вот костяшки это вот так вот. Понимаете, еще не дай бог при этом он зажатый, так он так не будет играть. Таким вот дискретным звуком. А я играю. Использую принцип двойной репетиции, то есть я не снимаю палец с клавиши. Вот, почувствуйте, вот это, понимаете? Вот она, самая настоящая регата. Вот, и это первое. Теперь второе. Когда мы с вами говорим о боян-то у тебя не поет, это когда смена позиции, то это речь идет о том, что мы выстраиваем длинную фразу, но при этом длинную фразу невозможно. У нас только 5 пальцев в руке, а фраза в банкроте Чайковского, она достаточно такая метражная по дистанции. То есть мы опять же используем направление кисти и даже включаем локоть. Обратите внимание. Что нам дает возможность, какой орган, какой палец, смену позиции? Это, конечно, первый палец. Это вот именно, давайте я сыграю как будто бы левой рукой. Чтобы это было видно. Вот, первый палец у меня под углом 45 градусов. Почему так? Потому что чтобы не было вот этого. Именно дает нам возможность ровно поменять позицию. И, кстати говоря, первый палец тоже именно должен точно так же плавно. Так, его же очень трудно. Ну как вот его, заставить первый палец гладить? Не получается. И поэтому очень тяжело его, так сказать, заставить его петь. Я вам скажу так, вот я вам когда говорил об октавных этюдах, 22-й этюд, серединка, он мечтает отдельно первым пальцем. Да? То есть надо сделать октавный легато. Возьмите балладу Шопена. Именно первым пальцем.
Первая скерца. Соло первого пальца. С вами легато и как выстраиваем фразу. Теперь несколько слов об интонации. Понимаете, интонация, вот это вот пронзительное звукоизвлечение, то есть плавное погружение до дна, и вот так называемое выражение, есть такое говорящее пальцы. Я уже говорил о том, что это выражение, оно уже, прием, он своего рода забытый. Он забытый в наше время, потому что основные приоритеты фортепианной современной игры — пеговость, пальцевая, хорошая техника, громко такое, понимаете, перфекто. Чтобы все это было чистенько, все это было, понимаете, а вот так вот, чтобы пронзить, вот так вот, чтобы изнутри, чтобы, понимаете, чтобы слезы прошипеть, это так, грубо говоря, настоящие вот этой подлинной интонации, вот идущей изнутри, сердечной, знаете, из такой сердечной теплоты, она уже исчезает. Ну, давайте приведу, что я имею в виду под настоящую вот интонацию. Допустим, ну, допустим, там, сейчас скажу та-ра-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та. Погружение пальца в клавишу до самого дна, и при этом, как бы я говорю, как бы я произношу каждый звук. Очень часто не хватает у современных пианистов. Вот они играют, они как-то формально. А вот такого наполнения. До самого дна, вот именно пронзительно, который вот действительно вот идет вот какой-то душевный такой, знаете, порыв. Где еще интонация? Я потом в конце вам сыграю мою любимую прелюдию Лядова, вот с этой самой живой интонацией. Вот эти говорящие пальцы. Что есть говорящие пальцы, когда каждый палец интонирует? Вот Берта Салмонова в этом отношении, она могла, понимаете, вот у нее... Я сейчас приведу примеры какой-нибудь. Вот даже в сонате Моцарта, вот она... В наше время играет, знаете, как вот так? Так и говорил, что современная игра — это своего рода Макдональдс, искусственная пища, она вкусная, она наполняется, знаете, вот, вроде так, но она не натуральная, в ней нет вот этого жизненного материала. Вот,
Поэтому, значит, именно касаясь вот этих вот говорящих пальцев, вот этой живой интонации. Ну, давайте, чтобы уже закончить наш разговор, я вам сейчас сыграю свою любимую, вот, прелюдию Лядова, которую я в свое время послушал у Володоча, но он так играл пронзительно, у меня аж прямо вот той самой настоящей живой интонации. Ну, давайте, товарищи. Итак, о чем мы сегодня с вами говорили? Мы с вами говорили именно приемы легато, извлечение звука подушечками, использование вот этих вот рессор пальцевых. Мы с вами говорили о важности смены позиции, вот это первый палец, чтобы вы понимаете. Кстати говоря, времена года – это своего рода лакмусовая бумажка. Это цикл, в котором проявляется сразу вот умение, мастерство пианиста. Если он сыграет, допустим, там цикл этюдов, не знаю, Черни или каких-нибудь, не знаю, сонат Прокофьева, мне это мало чего скажет. А вот если он сыграет правильно, вот, певучим звуком времена года, вот тогда я скажу «да». Вот это настоящий музыкант, настоящий пианист, обладающий культурой звука, обладающий культурой прикосновения к клавишам, культурой работы с клавиатурой. Понимаете? Значит, о чем мы с вами говорили? Мы сегодня с вами говорили об интонации, мы с вами говорили о говорящих пальцах, мы с вами вкратце говорили о легато, ведущая, так сказать, не ведущая, а важная роль кисти, которая дает нам возможность поменять позицию и направить эту мелодию. И, так сказать, дыхание рук. Вот все то, что вот я говорил раньше, руки должны, товарищи, дышать. Зажатыми руками легато у вас никогда не получится. Это я сегодня вкратце. Вот. А на будущее все, значит, вот эти разговоры о приемах игры я буду уже проводить, товарищи, в режиме онлайн, в режиме зума. Разрешите вас поблагодарить за внимание. Еще раз хочу сказать, извините, что обошлось без драки. Всего доброго.